В мастерской политехнического колледжа в эти дни шумно. Здесь идет работа по сварке мини-печек. Работа ответственная, потому и поручили ее третьекурсникам без пяти минут квалифицированным сварщикам. Хочется, чтобы студенты участвовали в поддержке наших бойцов. Они с удовольствием работают. Это студенты третьего курса, как раз они готовятся к демонстрационному экзамену. Работа достаточно ответственная, с удовольствием выполняют работу. Третьекурсник Дамир Марданов вместе со всей группой сразу же откликнулся на предложение заняться сваркой мини-печек. Большим желанием стало помочь нашим бойцам. Мы были за. Ну, нам всем понравилась эта идея. И с радостью согласились. Приятно нам. Ну, все равно, как бы, наши старания, наша работа. Если это будет кому-то помогать, это очень хорошо. Мини-печки весят около 5 килограммов, мобильные и многофункциональные. И несмотря на небольшие габариты, способны обогреть помещение площадью до 50 квадратных метров. Заливаете здесь топливо, солярка, горелка поджигается и через выходит отсюда. Здесь можно чай кипятить, можно маленьких кастрюльках пищу приготовить. Дыма нету. Металл до красна греется. Литр солярка на час хватит. Мастер Гусман Сафиулин тщательно проверяет каждую заготовку печки и тоже помогает своим студентам. До конца недели партия 16 штук будет готова. Зайнский политехнический колледж уже отправил на фронт партию буржуек и мини-печек «Ракета». С приобретением металла колледжу помогают благотворители. Елена Маврина, Юлия Казамарова, новости Зайнска.